Качественные, относительно недорогие зимние ботинки взамен моих старых, что приобретались, изготовлены в России фирмой Котофей и относятся, собственно, к детским. Из-за их размера, пожалуй, модель приятненькая, стильная, черного цвета в основном. По краю глинища идет отделка декоративная в виде пятен и желтого цвета, как дикие кошки бывают такой расцветки. Внутри они мягкие, овчина с снимаемой стелькой. Нижняя поверхность кажется картонная. Сама подошва плотная и удобная, почти не скользит. Могут натереть сильно ноги, поэтому вначале лучше носить их очень-очень аккуратно. Далее будут сидеть хорошо, на холодную погоду подходят, где-то минус 15, минус 20 выдерживают. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, как пожелаете, ждите новые обзоры. Качественные, относительно не